Посетив отчетные концерты театрального и хореографического отделения детской школы искусств города Видное, наш корреспондент Лариса Вольнова лично убедилась в том, что ребята, обучающиеся в этих классах, очень талантливые. И хотя отделения были открыты совсем недавно, уже можно отметить хорошие результаты их работы в целом и личные успехи каждого ученика. Хореографическое отделение в детской школе искусств осуществляет предпрофессиональную подготовку ребят и работает по программе «Хореографическое творчество». Самый главный предмет в обучении – это классический танец. На отчетном концерте отдела учащиеся делились со зрителями теми навыками, которым они научились за год. Это большая честь все-таки, потому что ты показываешь своим родителям, чему ты научился, и защищаешь, конечно, своего учителя, чему он тебя научил. Учитель мне очень нравится, это профессиональный, действительно, хореограф, который нас уже учит высокому балету. В концерте принимали участие ребята всех возрастов, даже самые маленькие 4-5 лет. Воспитанники подготовительного отделения исполнили фрагменты с балетной гимнастики под названием «На уроке». Мне очень нравится танцевать. Балет – это один из самых моих любимых видов танца. Танец – это для меня как жизнь. То есть это не только для моего здоровья, это еще и для моего развития. Выступая, танцевальный коллектив показал слаженность и хорошую подготовку. Чтобы этого добиться, преподаватель использует индивидуальный подход к каждому ребенку. Самое главное, наверное, это, так сказать, чтобы у детей не потерялся интерес к искусству. Не потерялись вот это желание бежать в балетный зал после занятий, после школы второй смены. Концертная программа, основанная на классической музыке, включала в себя отрывки из балетов «Щелкунчик», «Океан и жемчужина». Воспитанники театрального отделения тоже отчитывались о проделанной работе. Зрители увидели в их исполнении спектакль «Волшебный сон Алисы». Мы вот долго и усердно трудились к подготовке. Мы учили вот тексты, каждый день репетировали новые сцены. И мы вот уже были как бы немножко усталые, но потом мы вышли на сцену и сейчас играли. Замечательный спектакль, мне очень понравилось. Профессионально поставлен, и работа режиссера супер, конечно. И, вы знаете, я посмотрела и с большим удовольствием приведу своего ребенка к этому педагогу. Обучаются юные звездочки по системе Станиславского, как и все настоящие актеры. Изучаем сценическую речь, сценическое движение. То есть все это присутствует на наших занятиях. Мне нравится, когда мне делают грим, костюмы. Мы рисовали. Мне вот это все нравится. Как зрители смотрят, аплодисменты, свет как падает. На несколько мгновений зрители очутились в сказке. На сцене вступали в диалог то чеширский кот и мышка Соня, то мартовский заяц и королева. У нее своеобразный характер, как бы он сразу выделяется. Вот, и его интересно играть. У нее очень часто меняется настроение. Вот каждый перемен играть интересно, потому что то она грустная, то она очень орет просто. Нам было очень сложно на репетициях, потому что потом уходила, хрипела вся, но, не знаю, мне очень нравится моя роль. Спектакль прошел с большим успехом, а в заключении начинающие актеры получили свои первые афиши. Как мне еще увидеть вас? Скажите мне, как мне это чудо повторить? До свидания! Будем мы с тобой неразлучны. Вспоминай нас столько иногда. Мы еще увидимся. Обязательно увидимся. Лариса Вольнова и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.